найдется человек, который бы испытывал удовольствие от того, что происходит в Киеве. Скорее наоборот. Вы понимаете мое состояние, состояние моих единомышленников и просто людей, которые сегодня страдают из-за этого террора, в результате безвластия, в результате хаоса, который есть в стране. Поэтому я обращался и еще раз хочу обратиться ко всем участникам этого беспредела, который сейчас творится в стране. Пока не поздно, откажитесь от этого, от этих методов, откажитесь от этой власти. Давайте еще не поздно вернуться. Прекратите этот беспредел вместе со своими покровителями с Запада. Это мое обращение. Здравствуйте, газета «Комсомольская правда», Елена Петровна. Вице-президент, как вы относитесь к освобождению Юлии Тимошенко? Беседовали с ней, собственно, что вы вообще обо всем этом думаете? И вот вы принесли извинения украинским народам. А не хотели бы вы извиниться перед бойцами Беркута, которые просто Грузию стояли в вашу защиту, а теперь подвергаются вообще издевательствам и сильно материально угрожают за себя? Я начну с последнего. Я встречался с бойцами Беркута, встречался, и я перед ними извинился. Это действительно люди, которые стояли и выстояли безоружные, Их обливали коктейлями молотом и жгли. В них стреляли из нарезного оружия и убивали. Я перед ними извинился. Сейчас еще раз хочу повторить, что я извиняюсь перед этими мужественными людьми, которые стояли и невинно страдали. Что касается Юлии Тимошенко, я не знаю, какая будет ее судьба. Дальше. Пойдет она на выборы или нет. Я думаю, что украинский народ ответит на этот вопрос. Быть ей в политике или не быть. Что же касается уголовного дела, по которому она была обвинена, ее судил суд украинский. Суд принял решение. Решение выполнялось. Условия содержания ее были, можно сказать, эксклюзивными, не такими, как для всех, кто отбывал наказание. Она находилась в достаточно хороших условиях. Ее освобождение сейчас – это вопрос, наверное, лежит в плоскости правовой, прежде всего, юридической. Было принято такое решение, опять, каким образом она освободилась и она на свободе. Я ей не желал и не желаю зла. Я всегда об этом публично говорил. У меня ничего нет личного к ней. Но то соглашение, которое она подписала с Россией, принесло Украине более 20 миллиардов долларов убытков всей стране, которые легли на всех граждан Украины. И она это очень хорошо знает. А затем уже и Запад, и, кстати, президент России Владимир Владимирович Путин высказывали противоположную точку зрения с решением суда. И, может быть, с решением, или вернее, с моей позиции. Это их дело. Это их позиция. То, что произошло, это факт. И на этот вопрос
еще раз повторяю, ответил украинский суд. Законы, которые были приняты насильственным путем в парламенте, я их не признаю и никогда не признаю. Я их не подписал, а это значит, что эти законы не были приняты. Вот это тот юридический факт, который говорит о том, что я действующий президент. Если действующий президент не подал в отставку согласно Конституции, если он живой, а как видите, я живой, и если этому президенту не был объявлен импичмент в парламенте, он является действующим президентом. Тот спектакль, который был в парламенте, с насилием над депутатами, я не могу назвать импичментом и признать это, и я никогда этого не признаю. Можно создать Россию, вопрос вам у всех моих соотечественников, я считаю, больше всех правительств Востока и наших стран. Какую роль можно создать Россию в регулировании этого конфликта? Вы же приехали в эту публику первую. Вы как президент, пока избранные действующие видите? Я считаю, что Украина наш стратегический партнер была, есть и будет. В силу самых различных обстоятельств, экономических обстоятельств, я об этом много неоднократно говорил, в силу исторических связей наших народов и так далее. И те соглашения, которые есть у Украины с Россией, в рамках этих соглашений Россия имеет право действовать. Я считаю, что Россия должна и обязана действовать, и зная характер Владимира Владимировича Путина, я удивляюсь, почему он так до сих пор сдержан, молчит. Это вопрос. Пожалуйста. Да. Ну, потом поделитесь. Вопрос такой. Во-первых, средства массовой... Меня зовут Стас Антонсон, телеканал «Россия-24». Виктор Федорович, скажите, во-первых, средства массовой информации пишут, что у вас была встреча с представителями правого сектора, когда вы вели местные переговоры из Майдана. Вы были такие встречи, подтверждаете ли вы? И скажите сейчас, вы сожалеете, что вы вообще вели мирные переговоры по поводу разрешения этой ситуации, сложившейся в Киеве или в Киеве? Понятно. Спасибо. Мы вели официальные переговоры с представителями оппозиции, официальные оппозиции. Все остальные переговоры, которые велись на человеческом уровне с любыми представителями Майдана, общественными организациями, таких переговоров было очень много, и все они были направлены на предотвращение кровопролития и на поиски мирного урегулирования этих вопросов.
И я считаю, что в этом ничего не было плохого. Это как раз было очень хорошо. Но очень жаль, что таким образом не удалось мирным путем это урегулировать. Вы знаете мою позицию, я об этом много раз говорил. И еще раз хочу повторить, что я не приемлю никаких других способов урегулирования вопросов, кроме мирных. Никакая власть не стоит капли брать пролитой крови. И все, что произошло, это на совести тех, кто это сделал. Я никогда не отдавал никаких приказов милиции стрелять. Милиция, вы знаете, была безоружна. До самого последнего момента, когда уже была угроза их смерти, когда в них начали стрелять, тогда милиция начала вооружаться. Поэтому, и она, кстати, согласно закону, имеет право на самооборону. Тем более, когда нападение на нее уже носит массированный характер. Поэтому, к сожалению, я вспоминаю 2004 год, когда у нас тоже была аналогичная ситуация, и приехали мои сторонники, порядка 40 тысяч людей были на железнодорожном вокзале. А на Майдане стояли участники оранжевой, так называемой, революции. И могло произойти столкновение и кровопролитие. Я поехал на железнодорожный вокзал и остановил людей. Остановил их от кровопролития. Я разговаривал с теми, кто их привез туда, со старшими. Я сказал, что мы никогда не простим ваши матери, ваши жены, никогда не простят нам того, если будут